16 марта в зале администрации состоялось совещание комиссии по делам несовершеннолетних по рассмотрению административных материалов о правонарушении в отношении несовершеннолетних и их родителей. Заседание прошло под председательством заместителя главы администрации по идеологии и общественной безопасности Хайбулы Умарова. На совещании также присутствовали заместитель начальника городского управления образования, начальник отдела по физической культуре и спорту, инспектора по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт. Столько педагогов начинают с ними работать, для того, чтобы они на следующий день оттуда ушли или что натворили, что ли. Давайте более, кто хочет этим заняться спортом и какие-то есть достижения, вот за них будем ходатайствовать. Всего комиссией было рассмотрено 12 материалов по статье 5.35 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. По достижению совершеннолетнего возраста ответственность за проступки детей несут их родители или законные представители. По словам главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Марьям Гибековой, основаниями для вынесения решений по вышеуказанной статье стали нанесение несовершеннолетних легкого вреда здоровью, нахождение после 22 часов ночи в общественных местах без сопровождения родителей. Всем нарушителям вынесли соответствующие административные наказания. Один из подростков, совершивший кражу денежных средств, поставлен на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пятеро несовершеннолетних решением комиссии поставлено на учет в ПДН ОМВД России по городу Хасавюрт. В отношении еще двух поручено подготовить ходатайство о помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».